Саша, а ты где там ездишь? Гитару нормально там слышишь? Больше? Но видите, хренкор сейчас в коммерцию переходит, к сожалению. Вот. Мы, группа Planet City Side, очень рады, что так много людей все равно в нашем любимом городе, кто почитает и уважает стиль хренкор. Вот. Ну, первая тема посвящается всем людям, кто любит заниматься сексом с инвалидами. Одноногими, однорукими. Это мы! Вот, называется «Секс с инвалидами». С которой течет мной макияж из фурункула. Пропагандан, чайник не запустил!
Махадане был пожар в доме престарелых, где погибло много бабушек и дедушек. Очень печально, на самом деле, событие. Дело называется «Пожар в доме престарелых».
Да, пчел наш. Да, в общем, следующая песня написана по дедушке Зигмунду Фрейду. В общем, он утверждал так: если ваш малолетний ребенок увлекается игрой экскрементов, значит 90% того, что он вырастет пидорастом. В общем, следующая песня называется «Неестественное удовлетворение при акте дефекации». Посвящается итальянской хэнпиновке, которая похищала маленьких детей, уродовала их и показывала за деньги. Называется «Кампрочикус». Thank you.
Спасибо, спасибо. Так, ну, что тут? Дима Билан! Время есть еще там? Есть? Шикарно. А, ну все, начинаем, да? Посвящается городу Пензы. Пензе, где нашего барабанщика укусил за палец рабочий. Металл стальной деталь. Называется тема «Меня укусил пьяный алкаш». Суррогатная мама для бычьего цепня. Мальчикам, которые не пьют, не курят, вот, которые самые лучшие органы, которые их заманивает потом красивая девочка на квартиру, там его насилуют и продают на органы. Называется «Прыщавые жертвы сексуальных людей». Кровавый понос, потому что его забрал к себе мусоровоз и там перемолол со всем мусором. Называется тело «Кровавая мусоровозка».
Все. Нет, последняя, наконец. Уже устал что-то. Вот. Посвящается всем девушкам, кто не следит за половой гигиеной. Называется «Инфекция в яичниках». Дэнк Фетус будет играть. Охуенная банда. С Лос-Анджелеса. А последняя тема, что-то отвлекся. Последняя тема про шутки нас личные, розыгрыши с участием Кала. Называется «Анальные подарки». Сейчас остальные партии, чтобы надо.